И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. Все так же на Extinction. Сегодня мы пойдем на боссов. Ну как на боссов, на титанов пойдем сегодня. Вот, на заднем фоне вы видите рексушек, я думаю, они будут вполне достаточно. Я просто смотрел на дамаги всяких вот этих вот агик из видео. Ну, в целом, мои рексуши наносят больше урона, так как рейты, потому что, да, я, во-первых, играю на локалке, а во-вторых, ну, извините, у меня гига до сих пор так и не заспавнился. Вот, 45-го левела только притомил, сами видели, какой он. Говно. Да, по урону он говно, но зато прикольный, красивый и массивный. Кстати, самый большой, что получается, 75-й левел, что ли, там мил? Ну, и все. То есть, как бы, они здесь спавнятся крайне... Ну, крайне, короче, крайне. Ну, вы поняли, да? Вот, вот, я сейчас еще раз покажу. Одни корраптят гиги, и все. Нету ни одного хорошего. Да, конечно, я вот это все зачищу, чтобы появится. Но когда... Фу! Короче, забей называется. Так. Эта стрелочка появилась. Что будем делать? Что будем делать? Ну, пойдем на какого-нибудь босса. Честно, не знаю, на какого. Либо ледяного, короче. Либо... Этого. Лесного. Почему? Ну, потому что пустынный. Он летающий. Надо как минимум посмотреть, как его убивать. Вот. Поэтому пойдем на лесного, либо... Вообще, хочу, наверное, на ледяного пойти. Потому что его я, ну, как-то наблюдал. Наблюдал, как убивает, ну, в смысле, видосик глядел и вот, знаю, что, когда, где. А остальных нет. Кстати, двух рексуш я закинул вот сюда, а, даже трех рексуш закинул вот сюда, то есть в криокапсулах сидят, ну, это те родители и вторая, которая не вышла у меня, то есть из первого помета, назовем так, которая вторая не 99-процентная, это, ну, то есть там 66% лояльности, или как называется, короче. Вот с такой вот фигней, короче, была, поэтому, ну, как бы вот, ну, а что поделаешь. Вот, поэтому сейчас пойдем не на птере, нафига мне птер. Я просто решил его от телепорта отодвинуть. Вот, пойдем на ледяного босса. Только надо вспомнить, что для него нужно. И пойдем на ледяного босса. Ну, а для этого мне нужно всего лишь навсего сгонять к терминалу. Так как у меня есть телепорт, поэтому... А с титан терминалу сгонять легко. Вот, сразу же попадаешь сюда. Чё? Да ладно, никого здесь нету. Ну, зато вот у этого козла... Как там он? О, господи. Лесной титан, вот у него там вообще жопа полная. Так, когти-терезина, пару спина и 100 сердец. И резина спина сисерца. Окей. Домой. И резина. Так. Ого! Нормально. А, ну да, спинки же они с этого дропаются. Ой, появляются в этом. Господи. А, в общем, воюем же мы против них. Да, господи, как я это ненавижу, когда они... по предмету в разных стаках. Вот, и, собственно, артефакт мы получим на месте. Да. Так, что нужно? Блин, наверное, лучше сразу на Рекси пойти, а потом к себе, соответственно, их призвать. Под однёркой у меня все рексуши. Почему я, кстати, не смотрю через вот этот, кто у меня в группе и так далее? Потому что вот группа 1, вот они пошел. Лютоволк, Богомол, Богомол, Опустошительница, Опустошитель. А, ну, кстати, да, у меня же здесь они написаны, Рекс, все дела. Это с операцией, это у меня циферка 1 с... Extinction, о, Extinction, господи, с Керча. И это у меня единичка с острова.
То есть, если я туда вернусь, у меня группа также останется. Блин, я чисто из-за этого эту группу не очищаю, потому что, ну блин, ну камон, это же клево. Вот. Поэтому все супер, погнали. Кстати, я не помню, на каком у меня рексуши были с острова. Честно, не помню. Ну и почему их здесь нет, это уже другая проблема. Чисто я не понимаю, почему их здесь нету, но только чисто волки. Ну ладно, в любом случае насрать. Пойдем на самый C. Почему? Потому что они всегда будут у меня в этом... В режиме... Так, откуда ваша цель? Отлично. Он у меня всегда будет в режиме... Семейные узы. Вот, поэтому все просто нормес. Так, велик убрать. Так, в итоге... Бежим. Сюда здесь же заметку я брал уже, да? Ну так, проверить на всякий случай, вдруг я ее не брал. Не, походу дела брал. Бежим к артефакту. Артефакт, он где-то в том районе находится. По пути надо... Ух ты, какой жрабасенький! Сёдел я не налутал, но седло на самце у меня топовое. Ну как топовое? Топовое из тех, что есть. То есть там у меня просто тупо стандартное, а здесь у меня хоть какое-то седло. Это единственное седло, которое выпало. Не было времени, вообще не было времени лутаться. Поэтому, ну, имеем то, что имеем, скажем так. Ой, где этот, мать его, артефакт? Я уже и забыл. Так, Мишаня, идите вон. Я пытаюсь артефакт вспомнить, где он находится. Жирненькие йети, просто до ужаса. Ладно, пошли они все в жопу. Я пошел за артефактом уже. Потому что камон, сколько можно. Я не помню, где артефакт. Черт, значит, я правильно бежал. Добрый вечер. Пошли вон. Так, ну а здесь надо будет подзачистить. Во! Плавун. Отлично. Так. Хватаем артефакт. Летим к терминалу. Вам, наверное, темно? Ну ничего, сейчас будет светло. Сейчас будет светло, потому что мы пойдем наверх. Урон. Конечно же, естественно, как что ж еще, урон. Так. Терминал. Хоп-хоп-хоп, и могу вызывать. Насколько я понимаю, они вызываются рандомно. Блин, мне покоя просто не дает заметка. Все, отлично, я теперь точно уверен, что все нормас. Так я понимаю, судя по тому, что я какой-то мимолетом смотрел, как томится титаны, они вызываются рандомно, то есть там бета, гамма, они вызовутся рандомно, то есть здесь ты вызываешь, то есть всегда тратишь одинаково, ну или это только на томление так срабатывает. В любом случае насрать. Так, у нас есть время, отлично, я могу вызвать рексов. Пятый, четвертый и шестой. Потом всех свистануть за собой и... Да, я все успел. Кто красава? Ну, естественно, я, конечно. Вы смотрите мои видео, кто же еще красава-то? А теперь на поверхность. Сейчас как полагается, и пойдем на поверхность. Это занимает энное время. Такс. Братва. Тихо. Ну да, здорово! Слушай, я тебя ни разу не видел! Ну, братан! Это будет жопа! Уоу! Добрый вечер! Ты что так летаешь-то, а? Тихо! Я какой-то стал урон получать!
Я замерз! Мать твою! Я даже камеры пошевелить не могу. Ты серьезно? А вот этого я не знал. Добрый вечер. С вами Александр, который не знает, как 21 тысяча по лапе. Половина хп, ты серьезно? Добрый вечер. Ай! Какого он левла был? Я чё-то не разглядел там. А еще мне бесит эта тень. А, мы что, ночью что ли? А, ну окей. Так, какой там Рекс? Номер 4 там что-то сделал, да? Бляха, О, подожди. Модуль на меха с броней лучше попался. Кайф. О, голова титана. Шмотки. Это хорошо, но что-то какое-то говно. Так, ну-ка, погоди. Дроп сразу же ко мне упал в инвентарь, потому что я играю на локалке. Я заметил такую фигню. Короче, когда играешь на локалке, дроп тебе сразу же в инвентарь падает. Это очень крайне удобно. Ну, слушай, реально? Он мне весь сразу же в инвентарь дропнулся. Это клево. Но, блин! Блин! С таким уроном, ну, просаживает он по урону жестко. Вот только посмотрите на Дарксуне. А если что, на нем это седло хорошее. А по урону так не кисло просели. Честно, неожиданно, что так быстро вальнул. Если в честном. Но! А иди что? А я хочу еще раз. Так. Я не на того Рекса, да, сел? Мисси, я какую-то сумку видел? Литоволк. Ну ты серьезно? О, безумные создания. Так, это говно. Ну да, дропа нету, но он весь у меня в инвентаре. Ну, добрый вечер. Ну серьезно? О, безумные создания. Киса, да что ж вы такие все это? Творите это нехорошее. Ладно. Короче, погнали еще за ресурсами, за артефактами. Короче, мне понравилось. Сделаем немножко по-другому. Ну, и так как я обожаю велика, я думаю, вы догадались, что я именно хочу сделать. Ну, во-первых, показать, как это нормально выглядит, а не так, что «О! У него половина хп уже!» Вот, а во-вторых, ну, то есть, как бы это издалека будет, хотя бы немножечко. Хоть как-то, знаете, будет покультурнее. Вот, выстрелил их все сюда, чтобы были. Раскидал по ним мясо, чтобы они хавали. А, единственное что... Сейчас зазовем... Так... дистанция надо проверить у них. Высокая, чтобы они могли немножечко подальше отходить. Все нормально. Дистанция высокая. Так. Все следуют за великом. Все просто здорово, то, что как раз таки нужно. Ну что, вызываем. Вызываем еще раз титана. Благо ресурсы были. Как говорится, позволительно вызвать себе еще одного. Ну, хотя тут терезинку еще, терезинок поубивать, и нормас будет. Да. Все равно слечу с седла. Ну давай уже, грузись, родная. Погнали. Ловись. Ты посмотри-ка. Грузится, прогружается, появляется. Ох, красава! Ну что, прыгнешь? Ну сейчас-то смотрите, сейчас-то я специально подгадал, чтобы был день. А-а-а! Дурак, что ли? О, кто-то яйцо оставил. Ну что, братва, давай мочить надо его. Братва, говорю, мочить надо его. Мочить его надо, говорю.
А вы там это? А, вы замерзли, чубрики мои. Ну окей, сам постреляю. Не-не-не-не-не-не-не-не. Я не из таких. А вот вы размерзлись, да, я смотрю. Ой-о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 й. Не-н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 е. Не надо меня замораживать. Твою мать, нифига ты по велику ударил, собака плешивая. 500 левел. Я тебе сейчас в сраку ты иголок это напахаю. Куда? Скотина. Хорош жопы его закрывать. Ща я его мочкану. О, это тиранозавр номер один. Красавчик. Просто красавчик. И что мы в итоге получаем? О, на 30 брони. Это клево. Так меч, ты смотри-ка. И нагрудничики, перчаточки. Только шапочки-то не хватает для полного комплекта, чтобы мне тут надропалось. Не, ну в целом дропы неплохие. Седло бы на Рекса дропнулось, было бы намного круче. Ну, честно, у меня сейчас только седла на Рекса не хватает, если уж не пошло. Так, братва. Так, во-первых, всех отсвистеть и на базу. Вот такой вот красивый трофейчик. Да, я думаю, вы уже поняли, что я буду делать, как те трофеи. И, соответственно, над каждым артефактом своя голова босса. Вот такие вот пироги. Урона, конечно, вносит собака долбанная. Просто очуметь. Но вы просто посмотрите. Ну, камон, вот по велику видно сразу, сколько он внес урона. Хотя, по сути, там пару раз ударил. Это просто кошмар. То есть, если бы не выведены рексы, и если бы не усиление вот этим вот узами, приручение вот это вот, это была бы жопа полная, они бы огреблись, ну, могли бы уже второй раз и не вывести, даже при таких просто божественных дамагах, которые у меня имеются. Вот такая вот фигня. Ну, а что еще сказать? Так вот и живем. Так вот и живем, и вот так вот воюем. В общем, в целом, мне очень понравилось. Мне очень понравилось, конечно. Да, мне бы понравилось больше, если бы урона бы вносилось меньше, если бы у меня были бы нормальные седла. Но уж извините, не попадается в тропах мне седло. Одно только попалось. И то не рецепт, а жаль. Вот такие вот дела. В следующий раз пойдем на другого босса, в следующий раз на другого босса. Ну, понятное дело, в этом году мы, я надеюсь, боссов-то добьем. Это что, у нас 27-го выйдет босс, 29-го босс и 31-го босс? Ну классно, а Новый год начнем с приручения боссов. Я думаю, это примерно так и будет. Ну, а на этом уже, пожалуй, все. Ну, кстати, да, The Extinction остается, по сути, серией. Ну, если с Альфачом, точнее, с Королем проблем не будет, то, по сути, остается-то немного. Середина января, а там уже будет видно, что, как, когда и куда. Ну, а я на этом уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, ну и, конечно, делиться моими видео с моими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра, всем пока.